Канал 16 выступает за активный досуг на выходные. Если ты придерживаешься такого же мнения, то присоединяйся к нам. Мы решили, что лучшим способом провести субботу, 19 мая, будет участие в первом командном турнире по боулингу на кубок телекомпании «Канал 16» в ресторане «Прайм». Ты спрашиваешь, как принять участие? Да нет ничего проще. Собери команду, в которой будет не меньше трех, но и не больше пяти человек. Придумай крутое название и отправляй заявку в личных сообщениях в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ах да, участие примет всего 8 команд, так что поторопись. Выигрывает та команда, которая наберет наибольшее количество игровых очков. Каким будет приз, узнаешь совсем скоро. А пока обзванивай всех своих друзей и собирай команду. Ограничений по возрасту, полу и даже физическому здоровью нет. Вход для болельщиков и фанатов свободный, и я не сказал самого главного. Участие для команд абсолютно бесплатное, а это уже сама по себе отличная новость. «19 мая встречаемся в Прайме и будем выяснять, кто круче играет в боулинг». Все.